постукивая каблучками в ярко-красном платье, без устали кружится 90-летняя Лидия Тимофеевна. Да и партнер не отстает. Зажигательную кадриль сменяет плавный вальс. Легенда у нас, легенда. Самый красивый вальс. И музыка шикарная. И самый красивый танец. 15 лет танцую я с Лидией Тимофеевной. И постоянный мой партнер. Мы понимаем друг друга, послушная. В ритме танца она живет уже 30 лет. Раньше Лидия Тимофеевна работала воспитателем в детском саду. Из-за хлопот было не до танцев. Но, выйдя на пенсию, она тут же ушла в отрыв. Танцевальный. Учим мы и современные танцы, но уже как-то современные танцы как-то не очень усваиваются, потому что дольше надо их учить. А эти бальные танцы спокойные, очень мелодичные, музыка такая красивая. Я живу танцами. По словам танцующей бабушки, благодаря своему увлечению она обрела новых друзей и единомышленников. В коллективе ее любят все. Репетиции 3 раза в неделю. Пенсионерка уверяет, время пролетает незаметно, а ноги сами рвутся в пляс. Великолепно одевается, красиво танцует, она обаятельная. Все мы ее любим, все мы ее уважаем, потому что она зажигалочка. Она на всех наших вечерах выступает, поет песни, читает стихи, танцует. Лидия Тимофеевна – та еще кокетка. Дома у пенсионерки внушительный гардероб. Костюмы для танцев она шьет сама. И юбочку, и брошечки, все. Да. Очень трудное, такое сложное. Драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. Жизненный девиз Лидии Тимофеевны. В перерывах между танцами она сочиняет стихи и пишет рассказы, которые даже печатаются в газетах. Во всех начинаниях ее поддерживает семья – дочь, внучка и правнучка.